Ну что же, в нашей утренней студии звезда израильской эстрады, артист, саксофонист, который в музыкальном сообществе представляется как J7, а в личной беседе разрешает обращаться к себе как к Жене. J7 приехал в наш город с концертом. Этот вечер уже, вечер саксофонной музыки состоится уже сегодня в Театре оперы и балета. Прямо сейчас он в нашей студии. Большое спасибо за чудесное исполнение. Ну и доброго утра. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Красноярск. Ну, Евгений, вы у нас, получается, первый раз в Красноярске. Да. Ну и сразу хотелось бы узнать ваши впечатления о нашем городе. Вы знаете, сказать вам честно, погулять по городу еще не успел, прилетел только вчера. Разница во времени в 4 часа, она дает о себе знать. Я просто пошел спать, покушал и пошел спать. Сил гулять по городу не было. Ну, поэтому... из окна, может, видели уже? Вот из окна вид хороший. Вчера был, по крайней мере. Светило солнышко. Снег выпал. Это сегодня выпал снег, да. Сегодня вообще все белым-бело. Вчера посмотрел солнце, сегодня посмотрел снег. У вас тут такой контраст, прям аж радует. Ну, если задержитесь, еще и весну действительно сибирскую увидите. Вообще, расскажите, почему такой псевдоним интересный J7? Откуда он пошел? Вы знаете, этот вопрос задают все, и я не перестаю на него, не перестаю уставать на него отвечать. Значит, почему J7? По-русски меня зовут, как вы правильно заметили, Женя. Родился я в бывшем Советском Союзе. Значит, родился я в 75-м году. Значит, 7 — это цифра 7 по-английски. Угу. Так как меня по-русски зовут Женя, Еня убираем, оставляем J. Угу. Значит, 7, цифра 7, да? Почему именно 7? Потому что родился я в 75-м году, в 7-м роддоме, воспитывался в 177-м детском саду, родился в 7-м месяце, в 17 лет пришел к тому, что есть Бог. Ну, то есть был у меня такой переломный момент в жизни, когда я просто поверил в Бога, и это было именно в 17 лет. Вот поэтому J7, даже в имени моем... Счастливое число практически. Счастливое число, да. На иврите это звучит миспара мазаль шили, то есть миспара — это число, мазаль — это счастье, шили — это мое. Вот. Значит... Поэтому J7, даже в имени моем 7 письменных элементов. J.7. Так, ну давайте вернемся к вашему концерту, который скоро состоится. И называется концерт «Это не джаз, это музыка любви». Почему такое название? Объясню. Дело в том, что когда я выбирал программу именно для своего концерта, я долго смотрел на людей, какую музыку они больше смотрят, то есть какая тенденция сегодня идет. Значит, принято, что саксофон — это джазовый инструмент. Так как в моей жизни, понимаете, я делал все время все наоборот. То есть если шли все влево, я шел вправо. Если все вправо, я иду влево. И, наверное, вот эта вот часть моего характера и проявилась здесь. То есть принято, что саксофон — это джазовый инструмент. На самом деле он не только джазовый. Он может быть попсовый, он может быть романтичный, он может быть... какой угодно, его принято также считать сексуальным, но это правда, конечно. Вот. Но в отношении джаза я готов с этим не согласиться, и поэтому я построил такую программу, которая звучит на саксофоне как романтическая саксофонная музыка. И для того, чтобы зритель... То есть, когда я выходил на концертные площадки, меня еще никто не знал, для того, чтобы зрителю во всей полноте объяснить, что это такое, то есть, что его ждет на концертной площадке, что его ждет на концерте, я в афишах большими буквами написал: «Это не джаз, это музыка любви». И дальше там идут произведения Фаусто Папетти, Джо Дассен, Стиви Вандер, Энни Морриконе, то есть, те произведения, которые будут звучать на концерте. То есть, когда зритель читает афишу, он... имеет почти full комплект, так сказать, да, полный комплект представления о том, что его ждет, то есть какая музыка будет звучать на концерте, который они идут. Ну вот, насколько нам известно, вы играете еще и на испанской гитаре, и на блокфлейте, и на барабанах, но все же вот саксофон-то предпочитаете больше, либо любите, уважаете его более остальных. Почему такая любовь именно к этому инструменту? Ну, вы знаете, если сказать чисто с физической стороны, когда я играл на барабанах, их таскать вообще неудобно. Такой практический подход. Да, практически. Ну, это чисто так физика, да? Саксофон — это на самом деле очень красивый инструмент, который... когда звучит, но люди на него реагируют, то есть на барабанах они просто восхищаются, хлопают там, вау, это круто, это все. А саксофон, человек может и танцевать, под саксофон может человек, вот на моих концертах, допустим, люди выходят на концертную площадку, прямо на сцену я их приглашаю, они вместе со мной танцуют, я могу подойти там к женщинам, попросить, пригласить на танец во время проигрыша там трубы, скрипки или там фортепиано, вот. Это саксофон, инструмент, который касается души человека. Он затрагивает такие струны, человек может плакать. Ну, это мелодия, она
имеет какие-то ассоциации, у любого человека там, ну, с любовью какой-то там, я не знаю, с какими-то жизненными ситуациями. Такие моменты, то есть это трогает его душу, трогает его сердце, достигает его внутренности. Вот, наверное, поэтому я люблю играть на саксофоне. Кто-то пошутил, ну вот, теперь они пляшут под эту еврейскую дудку. Ну, скажите, пожалуйста, как вы стали профессиональным артистом, можно сказать, на музыкальных инструментах? Смотрите, путь мой начинался, кстати, в 87-м году тоже. Когда мне исполнилось. Да, все имеет отношение к семеркам. Значит, в 87-м году я стал заниматься музыкой, мне было 12 лет. И первое, с чего я начал играть на барабанах. Преподаватель личный, то есть был частный преподаватель в обычной общественной музыкальной школе. Там был какой-то ансамбль, просто ребята приходили, играли там на гитарах, на барабанах. Я пришел туда играть на гитаре, то есть я очень хотел поиграть на электрогитаре, вот прям просто вот эти звуки, вау-вау, с дисторшеном, вот это все. Я смотрю, там этот звук звучит, то есть на гитаре кто-то играет, и думаю, сейчас приду, мне дадут поиграть на гитаре, я вот свое получу и уйду. Ну, еврейский мальчик хитрый же, понимаете? Вот. Пришел, значит, поиграл, мне дали гитару, я достиг своей цели. Думаю, ну все, теперь надо уходить. И, то есть, а тут мне что-то зацепило, мне понравилось, я начал заниматься. А потом с этой группой барабанщик уезжал далеко и надолго. И преподаватель говорит, хочешь, я тебя на барабанах научу играть? Ну и вот с этого, ну, то есть сначала я упирался, не хотел, потом согласился. И получилось так, что я говорю, ну давай попробуем. Значит, начал заниматься, смотрю, в 13-14 лет уже мы начали играть концерты, то есть я вырос уже, скажем так, оперился как музыкант. Вот. То есть тогда диджеев тогда еще не было в те времена. Вот. Все музыканты играли живьем. И как бы, то есть в этот период, в 13-14-15 лет, я уже стал играть концерты в профессиональном музыкальном группе. А с блокфлейтой как познакомились? Ой, с блокфлейтой это вообще случайно. Это мой племянник, вот именно вот эта блокфлейта, которая сейчас лежит на столе, вот я покажу вам ее, да? Вот эта блокфлейта, это вообще уникальный инструмент, в каком плане? Мой племянник стал заниматься вот на этой дудочке. Я смотрю, что-то звук профессиональный, хороший, мне нравится. Я говорю, слушай, Миша, что за дудочка? Да, говорит, вот преподаватель посоветовал начать вот с этой дудочки, помимо пианино, он, ну, еще, говорит, надо на дудочке играть. Я говорю, сколько она стоит? Он говорит, 20 шекелей. Ну, это тогда это было 5 долларов примерно. Вот. Я говорю, давайте ее куплю. И вот таким образом, то есть, этот инструмент оказался в моих руках. Мы хотели услышать, как она играет. Не зря Настасья подвела к блокфлейте, потому что хотелось бы услышать. С удовольствием. Как она звучит? Как она играет. Очень красиво. Это. Большое спасибо. Мы хотим еще раз вас представить. Профессиональный музыкант, израильский артист эстрады, артист-саксофонист. Ну, я теперь уже даже... Мультиинструменталист. Мультиинструменталист, да. J7, ну или просто Женя, как в частной беседе вы разрешили себя называть. Был у нас в гостях. Большое спасибо за чудесное исполнение. И удачи вам. Побольше зрителей сегодня на концерте. Напомню, сегодня в Театре оперы и балета состоится замечательный концерт. Приходите.